Евангелие Иоанна, глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав, им остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи, первосвященники, служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значат сии слова, которые он сказал: „Будете искать меня и не найдете,
и где буду я, туда вы не можете прийти. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышавшие сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он!» Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.